Рабочего года выбрали на разрезе Колыванском в Искитимском районе. Это многолетняя традиция. Конкурс проводят в 13-й раз. Каждый месяц выбирают лучшего сотрудника предприятия, который принимает участие в финале. Главного приза достоин каждый. Как определяют победителя, узнал Александр Сульдин. 11 сотрудников, лучшие из лучших, представители самых разных рабочих профессий. Общего много, трудятся образцово, в одной компании, на одном разрезе, добывают уголь. И каждый признан лучшим в одном из месяцев года. Рабочая специальность – это самая важная специальность. Это те кормильцы, которые кормят все предприятие. Поэтому высоко ценим труд рабочего. И сегодняшний конкурс тому подтверждение. Такие трудовые соревнования группа «Сибантрацит» проводит с 2009 года. Идея конкурса зародилась на разрезе Колыванском. Здесь добывают уголь высокого качества для металлургии. Ставят производственные рекорды. В этом заслуга работников, не только машинистов, экскаваторов и водителей карьерных самосвалов. Огромный вклад вносят представители служб, результаты труда которых не измеришь в количестве добытых тонн. Поэтому и конкурс организован так, чтобы в нем смогли принять участие все. Юрий Гребнев, электромонтер по обслуживанию подстанции, номинирован на звание «Рабочий года». Большее стремление, уверенности появилось, конечно. Но условия работы хорошие, работник относится хорошо, достойную заработную плату получаем, что вот есть к чему стремиться, к чему-то повышать свой уровень. Каждый из финалистов конкурса достоин стать победителем, поэтому рабочего года выбирает «Фортуна». Имя лучшего из лучших определяет генератор случайных чисел. И вот этот торжественный и волнующий момент. Становится! Ольга Банина – весовщик углепогрузочной станции, мама двух детей. Признается, за призом не гналась, да и не ожидала, что компьютер выберет ее. Люблю свою работу, мне нравится и заниматься, мне нравится, как это все происходит, как взвешивание машин, то есть как они, распределение по складу, куда их отправляю. Ну, в общем, полностью все то, что связано с моей работой, для меня это очень дорого и важно. Рабочих года определят не только на разрезе Колыванском. Внушительные денежные призы получат и лучшие сотрудники других предприятий группы «Сибантрацит». Разрезов «Кейзасский» и «Восточный» – обогатительных фабрик. Александр Сульдин, Константин Менин, новости ОТС.